Здравствуйте, друзья. Ну, мы постараемся сегодня закончить вступление в курс Гешер и поговорим сегодня о том, что наш духовный мир или душевный мир – это по факту это не корень несчастья, а наоборот корень или источник наслаждения. Смотрите, на протяжении многих веков разные философы, религии, буддисты, психологи старались понять внутренний мир человека. И часто у них было ошибочное мнение, то, что жизнь – это страдание, вот, или абсурд, или вот разные такие истории. Конечно же, в еврейской литературе, в еврейском мировоззрении это совершенно не так. Наши тоже источники, мы основываемся на Хасидут, на Кабале, и информация, которая была передана нам мудрецами еврейскими, ну, эта информация передается на протяжении больше, чем 3,5 тысяч лет и накапливается. Вот. До недавнего времени у обычного человека не было времени вообще разбираться в этих вопросах. И обычный человек, ну, человек работающий, человек, который пытается там содержать свою семью, он был на уровне реального выживания насчет еды. Типа вот выживание, базовое выживание. И, конечно же, сейчас тоже есть, ну, мы все стараемся, скажем так. Но вместе с этим, конечно же, уровень жизни, имеется в виду времени нашего, в последнее время он с какой-то стороны увеличился. И если до недавнего времени люди, которые получали какое-то очень серьезную травму или какое-то потрясение жизненное, часто шли с этим грузом, с этой болью, с этими эмоциями, продолжали жить и думали, что у этой истории нету никакой, никакого излечения, скажем так, никакого ключа, чтобы открыть радость в жизни, что, конечно, не так. Более того, ну, люди начинали заходить глубже и глубже вовнутрь себя и не знали, как с этим вообще быть. Сегодня, во время, когда понимание хотя бы у обычных людей довольно-таки, то есть понимание, что внутренний мир человека, он важен, и надо как-то понять и разобраться, в чувствах, в эмоциях и так далее. Если до недавнего времени ходить там, к психологу было постыдно, сейчас это наоборот какой-то знак статуса, что человек дошел до какого-то уровня, что он может себе это позволить. Ну и так далее. Но все равно сегодня тоже, ну, во-первых, не на все есть, далеко не на все есть ответы в модерной психологии. Есть вещи, в которых она разобралась неплохо, скажем так, ну, точно, допустим, какие-то фобии, какие-то истории на поведенческом уровне и так далее. Ну, вот глубокие теории души, ну, просто там нету, что, конечно же, есть в иудаизме. И создается у людей какое впечатление, потому что мы говорим часто о душевной боли, но забываем говорить то, что также позитивные чувства, так как радость, любовь, ну, внутреннее счастье, оно идет тоже оттуда. Вот. И об этом, конечно, мы... но это цель человека. Цель человека – быть счастливым, чтобы у него было какое-то чувство потока, чтобы у него жизнь случалась с ним, чтобы мир к нему развернулся лицом, скажем так, и он это чувствовал, знал, чтобы у него был внутри вера, не только вера, но и доверие к Всевышнему, к миру. И вот про веру мы сейчас поговорим. И, конечно же, вера – это, ну, один, точно один из ключей к счастью, к душевному спокойствию и к
Шалом. Шалом – это не только привет и пока. Шалом – это от слова шлемут, то есть целостность. И для нашего внутреннего мира нужна такая целостность. И ключ к этому – это, конечно же, вера. Вера в то, что вера, можно сказать, во Всевышнего, что Он милосердный. И то, что на нас спускается, это добро. Если мы это не видим, как-то это не воспринимаем, или смотрим это в коротком промежутке, а не в длинном, и так далее, может, мы заблуждаемся. Но в принципе, ну, это такое аксиома, то, что только хорошее спускается сверху. Были мудрецы, которые об этом говорили. Вот тут я нахожусь сейчас в Цфате, тут недалеко похоронен такой мудрец, которого звали Нахум Иш Гамзу. Нахум – человек Гамзу. Гамзу – это сокращение слова «гамзо» – «летова». И это к лучшему. То есть у него были совершенно разные истории. Можете посмотреть про него. Какие-то истории с ним происходили, он всегда говорил, это тоже к лучшему, и ситуация, он и правда в это верил, и ситуация просто поворачивалась, и правда, вот какие-то истории, которые в коротком промежутке времени можно было расшифровать как плохие, но, как говорится, пути Господни неисповедимы, и они скрыты, мы не знаем, как вещи обернулись, если бы да кабы, как говорится. И эти все мысли, что если бы я так, а вот было бы так и так, они просто съедают человека. На языке психологии это называется руминативное мышление. То есть, когда мышление повторяется, и просто очень много энергии уходит в прошлое, когда можно как-то это отпустить и понять или поверить, что сверху идут в каждый момент нам возможности и только хорошие. И, конечно же, та точка, которая делает вот этот вот... делает разницу или делает какое-то совершенно... строит нам взгляд между человеком, вы понимаете, могут быть два человека, один не совсем богатый, не совсем здоровый, но счастливый, другой как-то наоборот. И, конечно же, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но вместе с этим, ну, конечно же, после какого-то уровня финансов, финансы не влияют на счастье. До какого-то уровня сложнее, конечно же, но об этом мы тоже поговорим. Но в принципе, понимаете, есть люди, которые очень богатые, но они живут просто в аду. Есть люди, которые бедные или как бы совершенно обычные живут жизнью, и чувствуется, что от них идет поток, энергия, счастье, витальность какая-то, ну вот и так далее. И где находится вот эта точка, которая делает вот эту вот разницу? На иврите это слово называется «даат». И каждый день мы молимся, то, что Всевышний дает нам «хохма бина ве даат», разум, мудрость и знание, вот такой перевод. Но мы это будем продолжать называть «даат», то есть это какие-то внутренние знания. То есть, что такое не то, что такое хорошо, что такое плохо, а что такое реальность и что такое иллюзия. Вот это про это. И когда человек обретает этот дат, тогда его жизнь, ну, она становится более настоящей жизнью, более связанной с не просто с истиной, а с ним самим или с ней самой. И, конечно же, одна из задач нашего курса – приблизиться вот к этой точке настоящего знания. И как следствие этого мы надеемся, что у нас получится жить легко и с чувством силы.
не с напряжением и силой, а с легкостью. Также мы будем давать хорошие советы, как это обрести. Вот сейчас чуть-чуть, через пару минут, мы поговорим про советы, но в принципе вот этот курс, я надеюсь, то, что поможет нам разобраться, что такое реальность, а что такое иллюзия. Потому что иногда мы думаем, то есть у нас какое-то есть понимание, иногда ложное о жизни, мы думаем, что это реальность, но по факту этого нету. И надеемся, что с сегодняшнего дня мы решим, и это изменится, то, что мы будем более синхронны и со своим внутренним «я», настоящим, и с жизнью. В принципе, это одно и то же. Конечно, для этого нужно привести в порядок мысли, потому что часто, когда в голове беспорядок, мы уже об этом говорили, беспорядок и вокруг, можно начать и с того, что мы приводим в порядок нашу квартиру и так далее. Есть один нееврейский хороший психолог, который говорит, ну ты сначала приведи свою комнату в порядок, а потом объясняй, как строить весь мир. И если серьезно, это не так легко сделать место обитания человека приятным, убранным, чистым и так далее. И если мы, каждый из нас сделает что-то, чтобы сделать нашу жизнь красивую, приятную, так так и можем мы по-настоящему изменить потихонечку весь мир. Когда мы обретаем эту вот точку, да, эту точку знаний, это такой как бы вход, мы начинаем, силы вот этой внутренней субстанции, души, начинают как бы проникать в мир, и через нас идет этот поток силы из внутренней, даже это не мотивация, а из, ну вот, из этой души. И вот это одна из сил, это, конечно же, сила знания. Еще одна интересная история, это, конечно, история желания. Что это такое желание? Как, что это наше вот, настоящее желание? Что это такое свобода желания? Потому что, может быть, нас научили, что нам надо хотеть одно, а по-настоящему мы хотим другое. И вопрос, как проявить эти желания без того, чтобы ощущать поток каких-то негативных эмоций, которые останавливают нас, могут останавливать нас, эти желания проявлять. Когда мы связываемся с этим желанием, ну, конечно же, получается так, то, что мы постепенно начинаем открывать наше как бы внутреннее призвание. Есть такое очень интересное выражение, то, что Всевышний создал тебя, потому что без тебя этот мир бы не смог существовать. Потому что мы все, у нас всех разные лица, разные отпечатки пальцев, разные как бы структуры, и внешние, и внутренние. И если бы можно было без нас, так... Ну, нас бы тут не было, каждого в индивидуальности. И вот как подобраться вот к тому желанию, потому что можно смотреть, вот есть мнение такое, то, что у всего есть желание, у стула есть желание, у кошки есть желание, у каждого человека есть свое желание, да, но, как видно, у нас, как у вида есть какое-то желание, которое скрытое, но... У каждого из нас тоже есть свое желание, которое проявляется в каком-то призвании.
Это может быть масштабное призвание, может быть не такое масштабное призвание, но когда человек это начинает нащупывать, конечно же, Вселенная и Всевышний Кадош Баруху нам помогает, потому что это, в принципе, это не наше желание, это его желание. То есть вот тогда идет это соединение. В каждом языке в каждом языке много слов, но тот язык, который те люди, которые специализируются на чем-то, у них много терминов вот есть на это. Говорится то, что у эскимосов, у инуит этот народ называется, который живет там, в Канаде и так далее, у них есть очень много наименований снега, так как снег – это то, что в их среде очень важно. То есть, может быть, это мокрый снег или… Я не знаю, как сейчас, но вот до недавнего времени это было так. Я разговаривал с одним антропологом, который в 50-е, 60-е годы вот жил в этих общинах. У них вот много было названий, потому что это влияло на жизнь, то есть можно идти на охоту, нельзя идти на охоту, ну и так далее. Из-за этого 20 наименований снег. В иудаизме есть много наименований души, то есть есть нефеш, руах, нешама, потом есть хая и ахида, это есть три базовых уровня, которые внутри каждого, конечно же, делятся тоже на какие-то ступени и так далее. И мы начинаем, конечно же, эту книгу про кухот нефеш, про силы нефеш. Дальше мы будем стараться говорить про руах, но вот говорится то, что руах хохма вебина, руах эца вегвора. То есть, в принципе, силы берутся от руаха, от неат нефеш, то есть от ступени выше, чем о которой мы будем говорить. И про Шимшона говорится, что начало руах его давало ему силу. Но вы понимаете, в этом мире есть какая-то иерархия в разных совершенно вещах. Когда мы начинаем находить контакты с нижними уровнями души, когда они могут в нас как бы присутствовать, постепенно начинает связываться и с более верхними уровнями души и дальше. И когда нефеш, то есть желание, наше желание, здоровое и устойчивое, тогда постепенно человек начинает исправлять свои какие-то меры, свои поведения, мысли, отношения с миром, медот называется, да, и постепенно приходит к нему все глубже и глубже информация, все больше и больше коннект, пока не доходит это до коннекта, конечно же, с нашамой. Еще раз, есть разные ступени этого дела, вы будете спрашивать разных людей, там, если вы серьезно насчет этого поговорите, будут вам люди говорить, до какой ступени дошел Моше Рабейну Моисея или до какой ступени дошел другой мудрец. Но это нам совершенно не важно, потому что нам каждому надо делать свою работу, и каждому надо, это дело не зависти, это дело личной просто ответственности, можно сказать. Вот. Что нам дает эти силы? Или что это такое совет, который мы будем в этом курсе стараться давать? Вот совет написано в Торе, в книге Дворим, 8 перек и 18 пасук, такая вещь. «Везахарта это шем элокеха, ки гу нотен леха коах лаасот хай». И ты помнил Всевышнего, потому что Он дает тебе силу делать большие вещи, или выигрывать в битвах, или делать серьезные вещи, да? А Ункулус перевел, что это такое
коах, сила, это эца, это совет, для того, чтобы приобретать какие-то нехасим, это какие-то активы. Да? И какая может быть лучше, какой может быть совет, чем совет, который будет подстраивать настоящие знания и отделять иллюзии от реальности, скажем так. И эти советы именно, они приводят к тому, что мы начинаем покупать, как будто бы приобретать силы своей же души. Вот. И это мы, конечно же, постараемся сделать, дать хороший совет, который приведет к проявлению внутренней этой субстанции каждого. Закончим на том, что, конечно же, мы хотим, чтобы тут была Геула, чтобы Машиах пришел, и чтобы построен был храм и так далее. Но говорится такая вещь, вместе с этим, не ну, а вместе с этим говорится такая вещь, что допустим, у человека есть какое-то, ему оставили наследство, но ему об этом не сказали. Ну, вопрос тогда, есть оно у него или нет? Если бы он с этим наследством не соединился, мы, конечно же, говорим как метафора о душе. Да? То есть у нас она есть, но если у нас нету коннекта с этим, то, возможно, может быть, у нас этого и нету, потому что мы не можем этим пользоваться, понимаете? Давайте постараемся вот это вот наследство, которое мы получили от предков, получили от Всевышнего, а ключи к этому получили от предков, от мудрецов, и это знание, которое должно раскрыться каждому человеку, какое наследство внутри он себя несет и какой свет он должен дать миру. Большое спасибо. До свидания, до скорых встреч.